Девочка, доброе утро. Видишь, улыбаться. Антош, что ты там говорил? Что, папа? Ты мать? Афонечка, доброе утро. Приятного аппетита, сына. Я тоже нужен. Так, будем завтракать. У нас... Я не знаю, Гриша, где его стул? Мы еще не вазу не вкусили. Какого супа? Соуса? Соус? Я поставила бедрышки, сейчас буду быстренько варить борщ. Ребятки, сейчас вышли на улицу прогуляться, а сижу не там с папой. Вон они, не знаю, будет их сейчас видно. Они сейчас там делают выходы под канализацию, под всякие там под воду, под все. Вот там ребята тоже помогают. В общем, сейчас они там размечают воду, протягивают в тот угол и канализацию. Ну, в общем, там все эти выходы под слив, под унитаз, в общем, всякие вот такие штуки, чтобы потом, когда заливать плиту, то есть пол, ну, вот сейчас мы фундамент, цоколь выложили, и по цоколю будут заливать плиту, и потом, в общем, чтобы эти все выходы были уже выведены. Вот, а я сейчас буду варить борщик, и поедем дедушку Колю сегодня подстригать. Так, ну что, борщ почти готов. Сейчас тут капусту закинула. Так, в моем понимании, как мы готовим борщ, может быть, ну, уже все, наверное, знают, но вдруг кто не знает, значит, я закидываю все вместе, без дожарки, картошку, морковку, лук, свеклу, заливаю томат попозже, когда уже картошка, да, сварилась, потому что картошка в, там, в кислой среде плохо разваривается. Ну, то есть курочка уже, когда поварилась. И в конце болгарский перец добавляю, и в конце сам ложу капусту. То есть мы не ложим капусту в начале, как некоторые так делают. И потом, когда это сейчас покипит несколько минуток, я добавлю зелень и чеснок. В общем, вот я тут это все уже приготовила. Сейчас, в общем, попробую все. Вдруг соли, даже немножечко сахара могу добавить. Буквально там чайную ложечку, если слишком кисло. И, в общем, вот такой вот борщ. Без зажарки у меня. А Фосенька, а что с тобой, сына? С тобой все в порядке? А вот уже. А то они и сыр хотят, и гулять хотят. Сейчас будем подстригать дедулю, да, дедушка? Будем подстригаться? Мамуля тут рыбы нажарила, да? Вчерашней огромной. Тут одно прям мясо. А сметана есть? Есть. Сметана. Это наше любимое было в детстве блюдо. Да. Рыба жареная со сметаной. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Что, мы, может, поубираем? Нет. Не будем убирать? Ой, я забыла. Я буду рвать. Рвать будешь? А под музыку будете убирать? Сейчас я вам да. Включу. Надо через... дуть? Надуй. Не Зоя спит. А Зоя спит. Нельзя дуть. Да? Да. Нельзя дуть. А что у тебя за косички такие? Где ты взяла? Мама. Мама все купила? Та звездочка, которую мы взяли. На 20 какое? 25. Все, хорошо, давай. Вот Маргарита танец звездочки, да, Маргось? Все, мы собрались уже. Магнит вовсю работает, строится.
Гриш, ну как вы тут, закончили? Расскажи. Ну, до сегодня, да, половину засыпали. Вот, осталось там яблоко. Угу. Вот. Что, земли не хватило, да, Гриша говорит? Земли. Еще да, надо, да? Еще прольется. Ну да, еще осядет, да? Давай с собой поить печку. А, ты быстро набрал? Да, две на тачке. Молодец. А я пока засыпал. Правда, живот немного кушать захотел. Кушать захотел? Ага. Ну, пошлите, я борща же наварила, сметаны какого? Купила. Борща красного. Мам, я скажу тебе спасибо. Да. Она пожалуйста. Так, мамуля нам передала хлебчик, будет дрожжевой, она купила. Мне сейчас с папой нравится в Питеровке горячий хлеб, там днем и ночью открыто, круглосуточная пекарня. Смотрите, какой он прям очень потрясный. Сейчас будем кушать. Мам, я ежик, да? Ты ежик, да, иди. Так, я тут еще купила 3 апельсина. Дрожжи купила вот такие вот сафмоментовские, 2 пачечки. Творог, сметанку и черный такой хлебушек. Борщом тоже вкусно. В общем, сейчас будем всем наливать обеды. Всем приятного аппетита, мои любимые. И ночь. Давайте кушать. И спать. У нас борщик со сметанкой. Надо нам почистить. Да. Все, кушайте, хорошо? А Костя, ручками не нужно. Бери ложечку. Ложечку бери. Вот так и в ротик. Давай, набирай. Вот мой. Ему не надо мяско. Теперь Гришина пошел докушать. Да, сынок? С дедушкой. По идее, если ты так рос, как ты ешь, ты бы уже под 2 метра был бы. Так, ну что, мы уже пообедали, всех покормили, и папулю. Папулю сейчас поехал. Там обувь нужно сделать, а мы идем сейчас все спать. Ну что, мы уже проснулись, сижу. Нет, он уже там на улице. Мы тут с Афонькой. Ребята еще спят. Афон на Фонике дала пока планшет, Лунтика включила. Не знаю, вроде пока смотрит. Только начало началось. Уже переключил на другое. В общем, сейчас будем здесь немножко убираться. Пойдем, наверное, еще на улицу сходим. Вот, пока там солнышко светит. Буду сейчас будить ребят. Зайкин уже проснулся. Да, Зайкин мой, Зайкин. Теперь куда? А? Теперь куда? Теперь просыпаться. Пойдем чуть-чуть побегаем на улице. Пойдем, я с вами побегаю. Пойдем. Просыпайся, просыпайся. Улыбайся, улыбайся. Просыпайся, просыпайся. Улыбайся, улыбайся. Ребята любят, когда им чешут спинку. Сейчас побегаем. Пойдем? Творожок я там купила. Будем творожок со сметанкой? Ну давай, улыбайся, улыбайся. Просыпайся, просыпайся. Улыбайся, улыбайся. Улыбайся, улыбайся. Просыпайся, просыпайся. Один глаз. Один глаз проснулся? Один зубик улыбнулся? Теперь много зубиков. Теперь много зубиков улыбнулось. Этот мужик еще спит. Надо его тоже поделить. Просыпайся, просыпайся. Просыпайся, просыпайся. Просыпайся, просыпайся. Улыбайся, улыбайся. Просыпайся, просыпайся. Ты будешь просыпаться или нет? Ты будешь улыбаться или нет? Ты что такая дерзкая? А? Улыбайся, улыбайся. А что-то не приходило нам чесать? Чесать? Потому что папа пришел, скажу тебе по секрету. Улыбайся, улыбайся, просыпайся, просыпайся. Просыпайся, улыбайся, сыночек. Сыночек, 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 мой сыночек. Марсюха вот где завалился спать. Марсик, ты чего тут? Ты чего тут? Все, тут уже разровняли, земли не хватило. Так что надо еще покупать. И...
вывели все стоки. Какие тут нужны, в общем. И теперь нужно все это поливать, чтобы земля же осела. Фонтанчик. Кажется, что мыльный пузырь, да? Медуза. Точно. Давай, показывай. Давай. Полную. Полную и так придавите ручкой, чтобы была полная-полная и ровная. Понял? Ну и лопатку возьми. Или она вон Афонька ее бросил. Вот давай. Угу. Вот это? Угу. Вот это сырее. Один получается у нас вот старый. Он такой светлый, а вот этот прям вот такой серенький, черный. Это кто нам привез? Дядя. Теперь ручкой притрамбовывай, чтобы жирок. Такое? Вот так, да. Сколько сильно, хорошо? Вот, вот ровная. Ровная, да? Вот. Угу. Еще? Угу. Еще я вот так. Угу. И... Да-да! Оп! Вот так. Сидеть эту на лавочке, считать свои булочки. А ну не досчитал, в Америку папа, а в Америке вона достаю петуха. А в Америку папа, а достаю петуха. А петуха яйца, дуна начинается. Кувата наша достанет. Сейчас. Что-то застрял. Пасочка, да? Волная. Ровненькая. Нет трещины. Ага. Вы куда поехали? Папуля уже начала обрезать виноградик. Сейчас прям даже ветерок стих немножечко. И стало очень даже тепло. А что тут за помощник у папы? Папуля тебе нашел виноградик красивый, да, сынок? Дедушка Леша, а Афоня уже в новых красотях ходит. Дедуля ему купила, они уже почти чуть-чуть большеваты, но так как они мягкие, Афоне удобно в них топать. Ему просто деваться некуда. Вот, так что делаем беседку голой. Женя, в общем, режет виноградик. А? Ты видишь луну? А я вижу, что вы ничего не делаете. А я сейчас буду растапливать, пока там братва моя виноград там занимается, потому что уже 5:30, уже пора. Мы еще даже сегодня ни разу не топили. Здрасте, я растопила. Молодой человек лезет на лесенку, папа. Отсюда набрать. Чтоб не убирать ее, да, бочку? Что за молодой человек? Да? Ты там, тетя Люда пришла за водой. Еще нет у нее воды. Нету хороших дождиков, да? Еще нет у нее воды. А там же уже подключили, кстати, воду, шлангу. То есть вывели трубу, подключили. Теперь заливают оттуда. Вот. Вон этот сделали краник. Пошли, давай. Антош, что ты там говорил, что папа нам делает? Осень. Осень нам папа делает. Встает. Папа, ты запускаешь ракетницы, уже столько за салютов. Нет.
Когда уже ночь, можно? Это не сутки, мы скачали на сутки, по номерам один. Десятка мне будет. Это не сутки, мы скачали. Антошина, как тебе маринованная рыба? Ты сам ее ешь? Да. Покажи, какая она вкусная. Ну, а ту большую рыбу совсем другой вкус. Да, да, да. А что? А ты пробовал сейчас рыбу? Нет, хорошая. Но маринад нормально? Не кисловато, но, в принципе, я думаю, если ее это... Я что-то сейчас не... ногами не дал. Ты мафия? Что-то тут все равно не поверил. Кто карточки выдавал? Я. А, там, наверное, женщина у него, да? Не, я просто всякие такие идиотские выбрала. И кто ты? Да, я тоже так посмотрела. Скажи людям, один Родня, кто мафия. Кто на серьезно? Олеся мафия. Нет. Олеся мафия. Нет, Афоня, иди гуляй. Не а надо, сынок. Аня думала... А, она же против Веры. А я знаю, кто мафия, Ваня. Точно. Проходите, точно. Сейчас мы доиграем этот кон. Здравствуйте. Привет. Дорогой. Рафик. Привет. Рафик. Что, серьезно? Какая нахрен теперь мафия будет, правда, а? Что ли? Балди. И все просыпаются, и мафия просыпается, кроме Виталика Фастова. Остались кто у нас? Степа, Олеся и Миша втроем. Миша, по-любому, первый раз повезло, думает, убью всех. Кто меня убивал? Вот, глянь, смотри, Олесь, видишь, да? Я сюда карточки не вышел. Маски? Да, маски, маски. Да не кишки, не знаю, кто это. Аня, берем. А надо же еще Машке скидать, да, или дали все? Подождите, я тоже научусь потом. Берем, Ваня. Так, давайте. Кто за меня? Почему Серега спрятал? Три. Да поднимайте, все, да? Лунтика! Започили! Лунатика! Вот именно. Наступает ночь. А вообще кто? Ой, поднимите руки, кто остался? Вот, видите, сейчас кто-то вылетает и все. Почему? Почему? Ну. 5, и один сейчас вылетит, и будет 4. Нет, ну это 2 на 2 еще. И кто побеждает? Нет, ну подожди, сейчас. Наступает ночь. Ну сейчас убивает одного. Да, наступает ночь. Сейчас, Саша. Что это? Мафия делает свой выбор. Все просыпаются, кроме Миши. Опять Миша в так вот, да? Опять какие-то, ага. Промежу, точнее. Лучше быстрее, бам. Сколько уходит? Я вот сижу, руки перевариваю. Это икра там. Кто тут? Мишань, это ты? Кто же еще? Языки у всех были? Не, вот это нормально, по рассолу, по всему. Нет, наколоть. Не, кстати. А я вчера все равно утром встал. Видите, ты будешь ведущим. Да, она снимает, да? Нет, я тогда как раз таки не снимала, ну что-то не случилось. Ну если я не мафия. И я не мафия. И я не мафия. И я не мафия. Вот думаю, Оля, как у меня. В этот раз я маску не снимала, что не мафия, да? Так легче, а ты нашла куда одеться? Я убивать не ем. Виталик, ты мафия? Нет, да по-любому, он забывает трапу. Посмотри мне в глаза. Ага. Я не мафия. Честно говоря. Аня и Сержуня мафия. Не берем, во всем вы говорили. Что случилось? Миша, давай! Еще! Базу построить. Базу, Маргарита, а ты строишь? Нет, она не строена, она не помогала, мы сами с Мишей строим. С Мишей ты, да? Это я сам. Угу. Я сам. Молодец. Иван Сергеевич. Мой вопрос. Ваня. Да, понятно. Голосуем? Да. Кто за Олесю? Кто против Олеси? Три. Олеся, скрывайся. И Олеся не мафия, она лучше. Да, Ваня мафия. Все, мафия выиграла? Да, мафия выиграла, да. Мафия. Мафия. А вы не увидели?
Шарап. Я да. А вы не я уже думаю, задумала. Я думаю, сейчас это. Так он против меня. Не, он бы против, он голосовал это против меня. Это больше специально, думаю, да, ну, я пьет. Понимаю, там специально, когда человек 20-30 и 4 мафии. Можно... Я мафия. Яхонь, иди гуляй в комнату. Я мафия. Да нет, скрывайся. Скрывайся, против тебя. Я никогда не гуляю. Все-таки я один сделал почти всех. Я опять мафия. И опять тебе выключают. Тебя уже, слышишь, на следующий раз мы сразу. Я уже 88 раз мафия. Не-не-не-не. Ого, Маша, ты думаешь, кто мафия? Так, ну что, на сегодня все. Пока нет. На сегодня все. Сейчас уже пойдем ложить детей мультики. Вот, смотреть, что еще хотела сказать. В общем, отлично сегодня поработали, отлично погуляли. Все, у нас уже 11 часов. Всем до завтра и пока. И хотела сказать, что я, блин, раз 150 была мафией. И это вообще-то нелегко быть мафией. От всех отгавкиваться. Вот, в общем, пока.